берешь колебалы. Что? Я не балуюсь. Я не балуюсь, что вы. Кто вам разрешал снимать? Вы не понимаете, что... Быстренько камеру убрали. Что еще за дело? А что эта штучка ваша? Дядь Коля, ну что гонишь, Саша? Пойдем, ребят, все рассказывай. Не так все поймет. Просто ребята сейчас ждут, когда им технику вернут. Какую? Вот, которую отобрали. Ну, можешь, в принципе, записываться в очередь. Что здесь произошло? Собрали нам технику. Забрали вашу технику? Да. Кто? Зеленые людики в масках. Ну, так никто там не снимал. Я в этом не снимал. Только так у меня был аппарат. Наверху, как у тебя теперь. Да. А вам до сих пор ничего не отдали, да? Нет, я подошла и сказала ему, чтобы он знал, что ему угрожает, когда его нам когда-то будут судить за препятствие журналиста. А какая статья? 171. 171? Сколько лет? Я тоже буду так говорить. Сколько? От 3 до 5. Мы с вами находимся возле здания, оно за моей спиной, военкомата Автономной Республики Крым. Правда, вы можете видеть, что где-то там флаги. О, началось. Черт, погнали, да? Что сейчас будет? Это не нам, да? Я уже подумал, что надо бегать. Уже так забрался. Нет, смотри, я тебе говорю, профессиональная прыгкость называется. Бегать надо, когда оттуда побегут такие дяди в масках. О, господи. Нет, блин, они так страшно выглядят. Прям с автоматами, ё-моё. Что они сейчас будут делать? Не трогать! Нет! А где у вас туалет? А вы можете вызвать милицию? Так, девушка, я сам сотрудник милиции. Пожалуйста, выйдите, с вами ничего не будет. А что вы сделаете? Что вы хотите? Я хочу с вами пообщаться. О чем? Всех вас, журналистов, собрать в одно место и пообщаться. Пойдемте. В смысле, вы интервью даете? Они учатся. Они совершенствуют свои практические навыки. Почему именно гостиница дежурства иностранцы? Вот так вот мы выбрали, чтобы охранять вашу безопасность. Все, 10 минут мы уходим. Что это вообще за учение? В ночь перед референдумом? Ну что за вопрос? Что происходит? Не трогайте мою камеру. А можно выйти-то? Нет, а что? Не фотографируйте. Ну, вам сказано не фотографировать. А что происходит-то? Все нормально. Вы кто? Вам сказано не фотографировать, чего делать. А вы-то кто? Блин, как страшно. Вы, я вижу, наблюдатель, я так предлагаю. А если вам говорят люди за рожем, чтобы не фотографировать... А вы наблюдатель, да? Фотографировать, да? Ну, я журналист, у меня другая работа. Я понимаю, что у вас я работа... Я понимаю, но я с вами иду в лифте, и, пожалуйста... Ну, ничего, мне за вас мне вас не жалко, как бы. Если у вас заодно уют, я не расстроюсь. Вы знаете, нужно. Блин, что будем делать? Там тоже люди пожалуйста. Да, там тоже. А может, там не надо. Побери камеру. Побери камеру. Нет, вообще как бы я. Для чего я еду? Ты чтобы получить по башке и нет, я еду, убери. Чтобы снять. Все. Серьезно? Здесь никого нет? Нет. Давайте на 8-й этаж сразу же. А вы кто? Проверка документов. Нет, а выберку? А что вы, известно, что вы сделаете? Ну, учение, да? Это не учение. А что? Вам все объяснят, Миша. Мы идем в 417-й. Да что вы говорите? Пожалуйста, 417-й? Нет, 407-й, по-моему, логика. 407-й? Да, наверное. Хорошо, давайте пройдем в 407-й. Вы с нами пойдете? Да, я вас провожу. Спасибо. Девушка, не стоит. Ну, пожалуйста. А вы откуда? Я стесняюсь.
Естественно, Симферополь. Да ваши лица даже не видно, не стесняйтесь. Подразделение какого? Симферополь так и называется. Берка? Они забрали флешку, понимаете? Это то, что я все с утра снимала, блин. Классно! Все в порядке, господа журналисты. В городе спокойно. И в Крыму спокойно, и в городе спокойно. Совершенно спокойно. Не трогай, не ходите туда. Ну что зачем? Что произошло? Куда я снимаю? Ты что, понимаешь? Вы что, одну камеру разбили, еще что-то разбили? Давай, все разобьем. Вот только что мне вот эту самую карточку разбили. На ней вообще ничего не было. Я же сказал, не ходить туда, ну что ж, пошли. Я там живу, но взяли, пробили. Ножом? Ножом, да. И сказали, уебывай свой Лос-Анджелес, а будешь уебываться, вообще камеру разобьем. Тихо, тихо, тихо. Ну они так не сказали. Ну, сказали, бывает. А ну, какие крымчане им тут... Украинская игра немножко надоела. Не бойтесь, ничего. Все. Мы флешки-то как получим? Пока не получите. А вообще получим? Ну, конечно, вообще получите. Как генерал, как военный человек, даете слово, что мне вернут мою флешку. Я слова не даю никому. Все, до свидания. Охуенно, ребята, охуенно. Не страшно. Нет, вообще очень страшно, но поэтому обычно потом бывает. Не страшно. Нет. У нас курить день. Нельзя. А там написано место для курения. Место для курения — это выйти туда малый холмик, да? Ой, простите, пожалуйста, Олег. Да вы думаете, это хуже, чем вооруженные люди по всей гостинице? Вы не поймите. Курить у нас нельзя в холм. Можете ответить на вопрос? И это им задавать вопросы, там подполковник, который стоит на улице. У вас не смущает это? Меня нет. Хорошо, а почему? Потому что я пока не в курсе. Место для курения. И что? Не открывается. А я, вы что-то откуда-то? Наверное. Сейчас я спрошу.